Улан-Удэ что значит? Красный Удэ. Ну вот, все, видно, эрудит сразу же. Мой город над Селенгой. Рядом течет Удэ. Прекрасные есть города. Но лучше всех город мой. Улан-Удэ – это самая большая голова Ленина. Это бузы в зеленом домике. Это шутки про головаров. Это колоритные улицы. Это солнечная столица России. Улан-Удэ – это и рэпер Хаски. Если бы Улан-Удэ был человеком, то каким бы он был? Будет добрый, веселый. Таким человеком, который преображается с каждым днем все больше и больше. Сначала был такой плохой, а потом превращается в хорошего. Проносится вдаль года над вечною Селенгой. Стареют все города, но ты всегда молодой. За что вы любите Улан-Удэ? За классную природу, за классную архитектуру, за то, что здесь все развивается, цветет и все улучшается с каждым годом. За то, что в нем все-таки при таком разнообразии национальностей, конфессий, все равно люди живут дружно. Продолжите, Улан-Удэ – это город мечты. Это самый солнечный город в России, да, по количеству солнечных дней. Столица буз, да. Бухлера. Все на «Б». Да? Я нахожусь с таким местом, как Байкал. Очень меня эмоции переполняют.